Екатерина. Проект «Фестиваль город детям». Проект посвящен тому, чтобы показать детям весь мир и весь разнообразный мир для развития их талантов и возможностей. Каждый ребенок художник, и мы даем возможность попробовать себя. Брест будущего. Такой же зеленый, такой же красивый город, такой же живой и уютный. Но понятно, вообще целью есть... Много проектов, которые хотим реализовать не только в социально-экономическом плане, не только в социальном для детей, а в общем. Мы хотим сделать Брест такой для Беларуси, как Львов для Украины. Вот так. Здравствуйте, меня зовут Щербач Евгений. Наш проект о том, ну, как Какую набережную хотели бы видеть горожане? Мы хотим создать общение, сделать контакт между предпринимательской средой, городскими властями, жителями города. Хотим спросить, что хорошего в набережной, которая сейчас есть, что плохого, чего хотят еще люди, что было бы хорошо для города. Подумать и спроектировать продолжение набережной в нужном ключе. Мне в Бресте еще не хватает исторической архитектуры, которая старше 19 века. Вот, не хватает рельефа. Достаточно все плоское, и поэтому очень мало таких ракурсов интересных открывается. В месте, где мы находимся, на набережной, мне не хватает подходов к воде, не хватает природы. Вот. И я думаю, что не хватает сплоченности. Меня зовут Елена Воробей. Совместно с Андреем Воробьем мы представляем проект «Интерактивная площадка. Замок Берестейский». Наш проект – это небольшой камерный фестиваль на площадке возле археологического музея Берестия. Это живая история, которая вот буквально на расстоянии протянутой руки от каждого нашего гостя. Наша работа направлена на популяризацию истории родного города, который мы все очень-очень любим, но, возможно, не очень хорошо знаем его историю. Теперь открылась возможность узнать поближе разные этапы развития нашего города. Меленчук Ирина, я представляю проект «Городская компания 2020. Город дружественный животным». Мой проект «Город дружественный животным» предусматривает комплекс мероприятий, которые направлены на повышение ответственности людей по отношению к животным. После реализации моего проекта я надеюсь, что люди будут более ответственно относиться к своим питомцам, будут правильно их содержать, будут их стерилизовать, не допускать бесконтрольного размножения. Питомцы станут реже теряться, чаще находиться, появятся новые питомцы, новые члены семьи. И в целом наш город станет более экологичным, более чистым и добрым. Мне кажется, что в Бресте не хватает скорой помощи для животных, и я мечтаю, чтобы это было каким-то образом реализовано. Возможно, какая-то круглосуточная ветеринарная клиника, возможно, какая-то служба, которая бы отбирала бы раненых животных. А также я еще очень мечтаю о том, чтобы были люди с юридическим образованием, к которым я могла бы всегда обратиться за помощью, которые помогли бы мне бороться с жестоким отношением с животными, потому что мне, как инженеру-строителю и как волонтеру, очень сложно даются эти юридические тонкости. Я бы хотела видеть, чтобы специалисты занимались этим.